Можно ли простить измену парню? Нет, нельзя. А девушке? А девушке можно. Почему так несправедливо? Сейчас объясню. Парень изменяет только тогда, когда угасли чувства. А девушка может безумно любить своего парня и все равно изменять. Почему? Потому что этот процесс для нее просто как физический акт. Все ясно, ребята, всем здорово, Саныч на связи, я вас их очень рад приветствовать у себя на канале. Ну, типа зеркалочка, типа психологини-вагини, которая вещает для таких же одурманенных особей, да, в принципе, там вот можно изменять, там этот парень, там это чисто обслуживание, как бы должен, обязан платить, там давать деньги, покупать подарки, водитель стороны и так далее, как бы, да, ну, такой чисто обслуживающий персонал, ребята, ну, я не знаю, я жду того момента, ребята, когда всю эту лавочку прикроют, просто закроют нафиг, просто, допустим, чтобы, не, понятно, допустим, в шуточной манере, ну, как я, допустим, преподношу информацию, в шуточной манере, да, это как бы еще одно, там, что-то для себя человек подчеркнул, что-то нет, как бы, они же на полном серьезе это говорят, ребята, это не шутки, как бы, да, женщине изменять можно, да, мужчина обязан платить. Нигде ничего не написано, как бы обязаны все, понимаете, им верят. И я вот, ребята, жду, пока эту лавочку просто все закроют нахрен, запретят. Если у тебя, допустим, нету диплома психолога, ты не имеешь права, блин, заниматься психологической деятельностью, да? Вот, и не курсы оканчивать психологические, а диплом учиться в институте, в универе. Вот тогда будет дело.